Друзья, всем доброе утро, хорошего вам дня. Это онлайн-тренировки Go Fitness, Потапенко Юрий, и сегодняшняя тренировка, которая называется «Банк». Мы сегодня снова отдыхаем от функциональных упражнений. Мы сегодня выполняем самые обыкновенные базовые упражнения в разных подходах и с новыми упражнениями. Итак, друзья, для сегодняшнего занятия нам понадобится с вами вода и, возможно, мягкое покрытие, либо ковер. Если кто-то запасся какими-то утяжелениями, гантелями и так далее, вы тоже можете их как-то разместить рядом для того, чтобы в процессе их использовать. Итак, различные режимы, базовые упражнения. Я с вами, вы со мной. Все готовы? Друзья, начинаем. Хорошо. Разминка. Круг плечами назад. Откройте грудную клетку, расправьте плечи, дыхание ровное, живот тянут, сильный пресс. Сделали глубокий вдох, потянулись и выдох. Отлично, еще раз, два. Хорошо, выдох, руки перед собой, скручивание вправо-влево. Небольшая амплитуда. Не будем много тратить энергии. Так, друзья, больше позитива, больше энергии, будьте молодцом. Право-левый жим. Право-левый жим. Отлично. Держим прямую спину. Хорошо. Скручиваемся, вытягиваем стопу. Бедро тянемся. Кто скучал только по силовому тренингу. Молодцы. Двумя руками мах. Чуть побольше плеча. Растягивайте плечевой пояс. Разминайте. Продолжайте тот же самый опыт. Тянитесь руками вверх. Тянемся. Вот тянут. Очень хорошо. Внимание, ноги пошире, выпады. Вправо-влево. Для любителей такого качества спокойного. Да, без каких-либо функциональных премудростей. Сегодняшняя тренировка. Молодцы. Пружина на правой. Удерживаем прямую спину. Сегодня спокойная музыка. Клубная. Как вы любите. Поворот. Пружина. Молодцы. Все согнули, все разогнули. Носок тяните на себя. Внимание, только две опоры. Ни в коем случае рукой не касайтесь. Вдох на выдох. Носок потянули на себя. Живот тянут. Отлично. Не забываем дышать. Вдох на выдох. Отлично. Внимание. Пружина на левой. Спину держим всегда прямой. Молодцы. Очень хорошо. Отпускайте пониже, растягивайте бедро. Отлично, поворот, снова пружина. Настолько привык к функциональным упражнениям, что мне кажется, что это упражнение довольно-таки простое. Все согнули, все разогнули. Хочется сразу включить несколько суставов, сразу несколько групп мышц, но, к сожалению, сегодня мы будем томиться в пампе. Отлично. Хорошо. Последний раз. Ноги ставим широко. Руки на полу. Наклоны вниз. Растягивайте бедро. Подготовьте заднюю поверхность бедра. Выпрямите полностью ноги. Бить сбоку. Бить сбоку. Хорошо. Отлично. И диагональ касания. Попеременно право-левый. Вот такие касания. Хорошо. Делаем касание. Собираем руки-ноги. Немного поясницы. Друзья, вниз вверх. Круглая спина. Вдох, на выдох вверх. Втягивайте живот, округляйте спину. Вдох, на выдох вверх. Молодцы. Очень хорошо. 4 раза. 3 раза. Супер. 2. Последний раз. Отлично. Тянемся вперед и вдох, на выдох вверх. Небольшое разгибание голени. Тянемся вверх. Разогреваем голень. Молодцы. Отлично. Держите прямую спину, тянитесь вверх. Хорошо. Сделали глубокий вдох. Друзья, глоток воды. И мы начинаем с вами с основных и крупных групп мышц. Это ноги. Итак, поставим ноги на ширину плеч. Четко ширина плеч, конечно же, своих. Открытая грудная клетка. Начинаем медленный режим. Два счета вниз. Два счета вверх. Готовы? Два. Вниз. Молодцы. Два вверх.
Очень хорошо, дыхание ровное, спина прямая, плечи расправляем, вдох вниз и выдох вверх. Хорошо. Молодцы, на каждый счет, все вместе. Друзья, всем привет еще раз. Вы сегодня с нами подключился, включился и еще пока не выключился. Готовы? Три пружины. Три, два. Нет, посмотрите, размеренная пружина, спокойная, спокойная, очень амплитудная, без конвульсий. Без конвульсий в мышцах, да. Молодцы. На каждый счет обычный присед. Сохраним прямую спину. Продолжаем приседать. Руки сгибаем свободно перед собой. Вдох на выдох вверх. Держите всегда прямую спину. Смотрите перед собой. Очень хорошо. Внимание. Стоп внизу. Держим 3 секунды. Поднимаемся вверх. Еще раз. 3, 2 и вверх. Молодцы. Очень хорошо. 3, 2, вверх. Прекрасно. 3, 2, вверх не надо. Пытаемся удержать сейчас статическое напряжение. Почувствовать волнение внутри мышцы. Готовы? Пружина. Активная пружина. Помните, да? Мы с вами выполняем хорошие пружинищие движения. Мощные, мощные, сильные пружинищие движения. Отлично. Готовы. На каждый счет. Приседайте. Отлично. Держим всегда прямую спину, взгляд перед собой. Можно немного улыбаться. Хорошо. Вниз. 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 Таких еще 4 приседания. Прекрасно. 3. Прекрасно. 2. Внимание. Будем шагать вперед и выполнять с вами выпад. Друзья, шаг. Выпад. Вверх. Посмотрите вид сбоку. Шаг. Выпад. И вверх. Сохраняйте прямую спину. Делаем шаг. Выпад. Все время меняем ноги. Чередуем. Фак. Отлично. Все вместе. Правой. Можно немного шагать чуть диагонально. Буквально на 5 минут в сторону. Да. Шаг. Присед. Удерживаем прямую спину. Шаг. Присед. Внимание. Остаемся только на правой. Только на правой. Дыхание ровное. Вот тянут. Не забывайте дышать. Да, самый обыкновенный. Подъем вверх. Ланч. Очень медленно вниз. Очень медленно вверх. Молодцы, медленно вниз, медленно вверх, плавное движение вниз, медленно вверх, готово вниз, хорошо, и вверх, на каждый счет, старайтесь смотреть перед собой, прекрасно, отлично, друзья, ниже колено, 2 раза, последний, поменяйте ноги, готово, на каждый счет, приседайте. А, молодцом. Хорошо. Сегодня, да, слово дня молодцом. Ага. Супер. Внимание, очень медленно. 2-2. Медленно вниз. Медленно вверх. Очень плавное движение. Хорошо. Прекрасно. Вдох. Вниз. Выдох. Наверх. Вдох. Вниз. И выдох. На каждый счет. Пониже, пониже, пониже. Прочувствуйте работу задней поверхности бедра. Прочувствуйте, как работают ваши мышцы. Сегодня нет функционала. Сегодня, напоминаю, есть только базовые упражнения. Пам, пам, пара. Шагаем правой. И правый шаг. Присед. Меняем ноги. Все в динамике. Еще раз шаг. Присед. Хорошо. Шагайте на 5 минут в сторону. Помните, чуть диагональ. Сохраняйте прямую спину. Прекрасно. Чуть побыстрее. Там. Большое количество повторений. Очень хорошо. Сейчас займемся с вами руками. Молодцы. Внимание. Идем дальше. Становая. Медленно вниз. Медленно вверх. Очень плавное движение. Дыхание ровное. Скользит по бедру и голени. Внимание. Вид сбоку, друзья. Очень медленно вниз. Очень медленно вверх. Готовы.
на каждый счет. Не забывайте дышать, помните, да, с дыханием, вдох на выдох усилия. Сохраняйте прямую спину, лопатки сведите вместе, взгляд вниз, отлично, шагаем на руках вперед. Немножко рук, да? Сейчас мы начнем. Посмотрите, что с руками. Встаньте в планку. Плавный переход. Плавный переход. Живот тянут. Сильный пресс. Очень хорошо. Внимание. Отжимания с колен, либо на прямых ногах. Медленно вниз. Медленно вверх. Очень медленно. Три. Плавное движение. Отлично. Плавно идем. Плавно идем. Еще плавнее. 3-1. 3, 2, и вверх. Хорошо, 3, 2, и вверх. Дыхание ровное, спина прямая. Очень хорошо. Супер, на каждый счет. Молодцы. Отлично. И еще 4, 3, хорошо, 2, последний самый. Хорошо, нам нужно вернуться на руках снова в исходное положение. Стопы шире на плечи и выполнять сразу же стандарт. Без отдыха, без отдыха. Немного грудных мышц, мышц плеча и совсем чуть-чуть трицепса. Отлично. Спина дыхта. Вниз. Нет. Держите прямую спину. Еще раз чуть поближе к вам встану. Боком. Техника большой палец. Руки вверх. Вот, втягиваем. Молодцы, все. Немножко пам. Работаем. Отлично. Выдыхайте. Вдох, на выдох, вверх. Держите всегда прямую спину, живот тянут. Сильный пресс. Стоп. Немножко статики. Потянитесь вы ко мне, я к вам. Дыхание ровное. Пытаемся восстановиться, уже чувствуется большая нагрузка. Руки опускаем вниз и поработаем с вами только правой рукой. Только правой рукой, большой палец руки вверх, передний дельта. Спину немного разгружаем. Есть хорошая опора на бедро, левой рукой, в левое бедро. Идем дальше, отведение. Хорошо, посмотрите, насколько разворачивается ладонь. Большой палец руки меняет направление вверх, вперед, вверх и вниз. Хорошо. Отлично. Друзья, продолжаем работать так же. Стараемся сохранить прямую спину. Спину обязательно разгружаем. Нам нужна хорошая опора, поэтому сделайте хорошую опору. Прекрасно. Последний раз. Внимание, поменяйте руки. Работаем вверх, вперед, только левой. Молодцы. Только левой, снова чуть-чуть передней дельты, спина прямая. Очень хорошо, выдох на усилие. Прекрасно. Добавьте повороты, отведение в сторону. Поворот. И. Контролируйте движение, ничего сложного здесь нет. Здесь важно зафиксировать корпус, сделать хорошую опору. Поясница не должна быть в статическом напряжении. Живот тянут. Продолжаем так же. Вверх. Следующий блок нам нужно будет соединить с вами правую и левую руку и поработать сначала только на махе вперед, а потом махе с отведением. Последний раз. Вот посмотрите, что будет следующее. Готово? Все вместе. Качай. Хорошо. Выдох. Отлично. Супер. Супер. Супер, 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 супер. Отведение. Поехали. Вниз. Хорошо. Там была целая неделя. Попытался немного собрать треки. Вот этот трек. Прекрасный под фан. Вниз. Вверх. Вниз. Молодцы. Отлично. Очень хорошо. Сейчас. Спина в шоке. Есть. Вертикальное положение. Подъем рук. Продолжаем работать так. Живот тянут, сильный пресс. Передний дельта. Двумя руками. Махи. Поднимаем прямые руки перед собой. Кто не чувствует, делайте с акцентом.
Добавляем отведение. И вниз. Молодцы. Ни в коем случае не отдыхайте. Старайтесь работать в том же темпе. Так, медленный. Отлично. Внимание. Медленно. 2-2. 2-2. И 2 вверх. 2 в стороны. 2 вверх. Вперед и вниз. Очень хорошо. Еще раз. Прекрасно. Рук достаточно. Много не надо. Отлично. Выпады назад. Итак, шаг. Видите? Хорошо. Начинаем работать снова с бедром. Опускаемся вниз. Работаем с мышцами снизу. Делаем шаг и выпад назад. Посмотрите еще раз. Кто готов? Поехали. Вместе со мной. Готовы. Шаг. Присед. И наши любимые ланчи. Наши любимые мышцы. Ягодиц, задняя поверхность. Все наши любимые. Ну и не забывайте слово сегодняшнего дня. Поехали. Молодцом. На каждый шаг. Молодцы. Есть. Очень хорошо. Этот кусочек трека мне нравится, музыкальный. Внимание, только правой. Хочу дать побольше нагрузки, побольше пампа в бедро. Просто старайтесь остаться на одной ноге, не касаясь правой. Внимание, меняйте ноги. Прекрасно. И... Два. Молодцы. Очень хорошо. Всем привет. Только что подключился. Снова попеременно. Право-левый. С небольшой паузой. Итак, шаг. Хорошо. Шаг. Супер. Шаг. Отлично. Шаг. Молодцы. Мы ставим с вами только правую ногу. Правая назад. Снова ланч. Я стану с вами, с вами сразу боком, для того, чтобы вы понимали, что будет небольшое смещение ноги. Итак, идем дальше. Присед здесь. Присед здесь. Присед здесь. Готовы присед здесь. Очень хорошо. Вниз. Вниз. Прекрасно. Вниз. Внимание. Вот такой присед. Итак, носок у нас на линии пятки. Правая нога. Спину держим прямой, живот тянут. Обе ноги, центр тяжести размещен равномерно. Живот тянут. Медленно. 2-2. Готовы вниз. Медленно вверх. Плавное движение. Очень хорошо работает бедро. Вот такой вид сбоку. С другой стороны. Спина прямая. Оба колена не выходят за линию. Супер. Готовы на каждый счет. 7 раз. 6. 5. 4, друзья, приседайте ниже. Сохраняйте углы по 90 градусов, это оптимально. Последний, тайм-аут, спиноногка, обычный ланч. Так, наш любимый ланч, но задняя поверхность. Вниз. Прекрасно. А, забыл сказать, молодцом. Хорошо. Готово. Изменение приседа. На линию, назад. На линию, назад. Супер. На линию, назад. На линию и назад. Готовы? Только присед узкий. Вниз. Спину держим всегда прямой, живот тянут, не наклоняйтесь вперед. Садитесь ниже до угла 90 градусов. 4. 3. 2. Внимание, будем менять режим, ноги так же. Готовы? 2-2. Вниз. Вверх. Плавное движение. Сильный пресс. Сильный пресс. Давай. Очень хорошо. Молодцом. На каждый счет. Go. Качай, качай, качай бедро. Супер. Сейчас будем переключаться на спину. Молодцы. Последний раз. Стопы шире на плечи. Чуть пошире. Становим. Обычная классическая. Вверх, вверх, вниз. Ну, классическая у нас для фитнеса, да? Медленно. Прекрасно. Очень хорошо. Все вместе.
Итак, задняя поверхность бедра. Продолжаем работать. Выпрямители позвоночника. Добавим имитацию тяги. Сразу предлагаю вариант с поворотом. Поворот рук, кисть на себя. Идем дальше и вниз. Вверх. Молодцы. Так, наклон, широчайшее. Вверх, все вместе. Давай. Здесь очень важно обратить внимание на технику. Работаем без веса. Акцентируем внимание на сведение. Поехали, остаемся внизу, только тяга. Молодцы, очень хорошо. Все вместе. Меняем режим медленно. 2-2. Эх, как не чувствуется гантели, да? Хочется взять вес, штангу, работать, но, к сожалению, сейчас не время, время осознать технику. Технику. На каждый час. Поехали. Молодцы, очень хорошо. Если чувствуете, что затекает спина, делайте паузы и переходите снова к тренировкам, подходам. Медленно. 4, 3, 2. Свели, держим. 4, 3, 2. Снова. 4, 3, 2. Свели, держим. Медленно поднимаемся. На каждый счет только наклоны. Вот такие наклоны. Руки скрестите перед собой. Таз назад. Продолжайте работать. Не прогибайтесь поясница. Акцент на сведении ягодиц. Ягодицы в себя старайтесь не делать. Просто напряжение, тонус. Готово. Итак. Не только наклоны. О, нагрузка вся пошла на заднюю поверхность, на ягодицы. Молодцы. Остаемся внизу. Снова тяга. Молодцы. Второй блок тяги. Лопатки всегда вместе, дыхание ровное. Сейчас займемся руками, потерпите. Еще немного, вот такими как бы комплексами, да, мы будем с вами все время работать. Медленно, два счета. Готовы? И вверх. И вниз. Плавное движение, фиксируйте свою спину, не раскачивайтесь. Медленно. Молодцы, готовы? На каждый счет. Лопатки всегда вместе. Лопатки всегда вместе. Очень хорошо. 4. Супер. 3. Супер. 2. Последняя тяга. Медленно вверх. Только махи в сторону. Представьте, что вы работаете с гантелями и от бедра. Локтевой сустав чуть выше плечевого. Сейчас работаете в сторону. Широко. Открытая грудная клетка. Друзья, локтевой сустав выше плечевого. Отлично. Медленно. И вверх. Супер. Медленно вниз. Готовы. Вверх. Супер. Медленно вниз. Работаем без веса. Медленно. Вверх. И вниз. Медленно. Готовы. На каждый счет. Боль, самое время поработать сейчас над сухостью своих мышц. Сухостью своего тела. Отлично. 3 пружины. Посмотрите, какую амплитуду я делаю. 1, 2, 3. Почти половину. Да, друзья, почти половину. Именно такой памятник нужен сегодня. Самое время поработать над сухостью, поэтому многократное повторение упражнений, многократные повторы нам нужны. Давайте, друзья. Хорошо, на каждый счет. Готовы. Хорошо, сейчас немного так прочувствовать плечо. Всем чуть-чуть. 4 раза. 4. Хорошо, 3. Продолжаем работать с плечом. Все, готово. Добавляем наклон. Хорошо, держите всегда прямую спину. Очень важно сохранить прямую спину, ведь боку. Молодцы. Очень хорошо. Внимание. Тяга сверху. Спина. Снова выполняем имитацию подтягивания. Кто еще не подтягивается, пожалуйста, учитесь подтягиваться стоя. Просто закладывайте базу работы руками.
внимание, переменно, правой-левой. Как тянем, так и давим, да? Все очень довольно-таки сложно. Здесь нужно и тянуть, и давить. Работает и плечо, и спина. Молодцы. Хорошо, двумя руками. Старайтесь сохранить прямую спину, расправить плечи. Смотрите всегда перед собой, держите сильный пресс. Друзья, очень хорошо. Внимание, стоп. Сведение. Я продолжаю работать с плечом немного, стараюсь напрячь грудные мышцы. При выполнении сведения пытаемся визуализировать. Ноги поставьте шире. Готово. Здесь только сведение. Таз немного подтяните к ребрам. Кто не делал зарядку, это хорошая зарядка. Кто вообще ничего не делал, тоже очень хорошо. Медленно и выдох сжимаем. Выдох. Молодцы. Прекрасно. Следующий блок нам нужно будет сейчас свести ладони и держать их вместе, давить. Давить. Приседаем. Итак, мы приседаем с вами. Посмотрите, насколько развернуто и насколько широко у меня находится стопа. Сейчас широкие приседания, не совсем классические. Давим силой, давим силой. Давим. В статике находится работа грудных мышц сейчас. Сейчас по максимуму стараемся поработать. Отлично, стоп. Держим. Прекрасно, почти 30 минут уже прошло нашего тренинга. Это очень хорошо. Еще буквально 15-20 минут. Будет тонуса. Квартетная часть будет обязательно. Колени максимально отведите в стороны. Хорошо. Руки. Здесь будет касание. Готовы. Сейчас мы добавляем в свои упражнения амплитуду. Посмотрите, насколько амплитудно я выполняю приседы бицепса. Таз опускается чуть ниже коленного сустава. Спина всегда прямая. Плечи расправлены. Открытая грудная клетка. Молодцом наше слово дня, конечно, друзья. Готовы? Пружина. Три. Три. Два. И вверх. Хорошо. Три. Два. И вверх. Прекрасно. Три. Два. Вверх. Держите сильный пресс. И на каждый счет. Обычное сгибание. Продолжаем прокачивать бедро. Немного задействуем внутреннюю поверхность. Хорошо, 4, супер, 3, супер, 2, очень хорошо, внимание, медленный режим, 3, 1, 3, 2, вверх, 1, взорваться, 3, 2, вверх, 1, взорваться, хорошо, 3, 2, вверх, 1, взорваться, колени отводите в стороны, на каждый счет. Не забывайте дышать. Конечно же. Прекрасно будет статическое положение. Друзья, держитесь. Стоп. Держим статику. Снова ладонями давим. Здесь уже поступательно, да? Продавливаем. Давай. Я добавляю пружину. Все вместе. Здесь статика руками. Давим друг на друга. И пружина. Очень хорошо. Молодцы. 4. 3. Прекрасно. 2. Последний раз. Собираем руки, ноги. Отличный кач. Внимание. Снова будет движение. Вперед. Аккуратно в землемер переходим. Вперед. Стараемся сохранить прямую спину. Внимание. Друзья, я ставлю руки узко. С колен будет отжимание на два счета. Плечо, локоть прижимайте к корпусу. Немного трицепса. Вниз и вверх. Вот так, вид сбоку, да? Хочется посмотреть, насколько это выполняется правильно. Есть 3 к 1. Готово. 3, 2 и вверх. Помните, да? Девочки с колен, мальчики на прямых ногах, сильные девочки на прямых ногах, не совсем сильные мальчики с колен. Готово. На каждый счет.
Очень хорошо. 4 раза. Супер. 3. 2. Внимание, будем стоять в планке. Нам очень нужна. Здесь нам нужно немного отдохнуть и полностью выключить сустав. Вот именно как раз выключение сустава должно быть для того, чтобы трицепс находился в тонусе. Держим. Живот втягиваем. Время передохнуть. Если что вам нужно сделать, глоток воды пейте. Очень медленно готовы. Снова отжимаемся. 2-2. Вниз. Медленно вверх. Медленно вниз. Вверх. Плавное движение, друзья. Помните, да? Так, молодцы. Очень хорошо. На каждый счет. Дышим, 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 дышим. Удерживаем всегда прямую спину, живот втягиваем. Очень хорошо. Молодцы. Снова планка. Дыхание ровное. Трицепс шокер. Прекрасно. Собираем руки-ноги. Отлично. Снова спина. Поставьте ноги очень широко. Come on. Касание руками пола. Держим прямую спину. Помните, да, эти движения. Стопа обязательно развернута. Таз немного назад. Живот втянут. Верхняя часть спины. Итак, касание. Вверх подъем. Верхняя часть спины совсем немного. Задние мышцы дельты. Про нее тоже не забудем. Все вместе. Вниз. Всегда взгляд направляйте вниз. Важно стараться удержать себя в правильной технике, когда нет тренера рядом. Отлично, внимание, только махи. Лопатки сводите вместе. Не забывайте, что нам нужно максимально свести с вами лопатки, открыть грудную клетку. Медленный режим. 2-2. Медленно. Очень хорошо. Медленно. Готовы на каждый счет. Отлично. 4 раза. Супер. 3. Прекрасно. 2. И последний раз. Друзья, пейте воду, отдыхайте, готовьте снова мягкую поверхность. Мы снова будем работать в квартирной части. Итак, я буду вот так вот слегка боком. Так. Прекрасно. Держим прямую спину, поработаем с прессом. Руки за головой, плечи расправлены. Выдох всегда на усилие. Локти максимально в сторону. Я стараюсь тренировку сегодня сделать максимально объемную. Поменьше отдыха, побольше работы. Так что, друзья, будьте молодцом. Выше. Хорошо. 3-1. Медленно. 3. 2. И вниз. Плавное движение. 3. 2. И вниз. Такие плавные режимы, в которых мы будем работать. И снова здесь же мы практически все группы мышц постараемся прокачать именно в партнерной части. Так, мы еще долго до отдыха. Не торопитесь. Внимание. Поднимите корпус, держите статику, руки перед собой. Внимание, ладонями давим друг на друга. Давим, 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 давим. Все немного тонус, грудные мышцы. Кто готов, идем дальше. Продолжаем давить. Такой некий пуловер. Готовы? Давим, 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 давим. Если есть какой-то диск, книга, тетрадка, бумажка, ноутик или телефон, зажмите его руками. И отводите руки назад. Пусть раз еще упражнение. Плечевой пояс. И пресс. Молодцы. Очень хорошо. Руки за головой. Подъемы снова. Только корпуса. Молодцы. Выдох и усилие. Выше. Выше поднимайте корпус. Прекрасно. Внимание. Смена упражнений.
правая сверху левая. Поднимаем только так. Наш любимый ягодичный мозг. Здесь я стою на всей стопе. Если кто-то вдруг уже задвигался, как-то хочет усложнить себе жизнь, не надо это делать. Старайтесь поработать сегодня в спокойном режиме. Дайте тонус своим мышцам. Медленно вверх. Молодцы. Медленно вниз. Прекрасно. Отлично. Нога без зацепа. Просто вместе. Угол 90 градусов. Угол 90 градусов. Дыхание ровное, живот тянут, сильный пресс. Напрягите бедро на собственное деление на себя. Очень хорошо. Стоп. Кто готов, идем дальше. Молодцы. Много работы мышц ягодиц, мышц бедра. 8 раз, друзья, 8 раз. Прекрасно. 7. Сделайте хорошую опору на всю стопу. Левой ноге и продолжайте выполнять это упражнение. На каждый счет. Последний раз. Поменяем ноги. Опустите таз медленно вверх. Плавное движение медленно вниз. Помните, да, наш любимый ягодичный мозг. Готовы на каждый счет? Молодцы, выше, поднимайте таз. Внимание, стоп, вверху. Помните, да, бедро, угол. Здесь 90. Медленно вниз, медленно вверх. Вниз, вверх. На каждый счет. Всей стопой давим. Друзья, всей стопой. 4 раза. Молодцы, 3 раза. 2 раза. Продолжайте добавлять ногу. На каждый счет. Тренировка для фанатиков задней поверхности бедра. Прекрасно. Отлично. И только бедро. Последний раз. Молодцы, опускаем ноги. Снова работа пресса, но пресс у нас здесь будет не совсем тот, которого вы ждете. Здесь вертикальное положение ног, живот тянут. Опускаем правое медленно вниз, медленно вверх. Что здесь? Здесь нужно посмотреть, насколько у вас прижата поясница. Она должна быть прижата максимально. Поработать медленно в режиме, прочувствовать технику. Живот тянули, носок на себя, на каждый счет. Руки за головой. Молодцы, очень хорошо. Супер. Класс. Внимание, работаем только правой. Друзья, только правой ногой. Рекомендации здесь по амплитуде. Касание обязательно. 4. 3. 2. Внимание, меняйте ногу. Готовы. Дышим. Вдох на выдох вверх. Еще 2. Последний. Еще не все закончено. Это только музыка, смело. Готово. Внимание, держим. Носок тянем на себя. Руки кладем сверху. Живот тянут. Лопатки прижмите. Полностью вытянитесь. Носок вытяните на себя. Мы будем поднимать с вами таз. Очень тяжелое упражнение. Готово. Медленно. И медленно вниз. Позвонок за позвонком. Поясницу. Таз. Давите руками в пол. Нам нужно немного спины. На каждый счет. Мы максимально давим вверх. Давим за счет, вернее, поднимаем таз за счет прямой мышцы живота. И, конечно, за счет того, что давим руками в пол. Немного широчайшие мышцы спины. Поднимайтесь выше. Молодцы, 4, 3, 2, последний самый. Хорошо, держим статика. Последнейшее упражнение. Ноги согните в колено, живот стянули. Сильный пресс. Руки за головой. Расправьте плечи. Жим ногами, локоть в кресло.
мы полностью выпрямляем с вами ногу, тянем мышцы живота. Отлично. Отлично. Чуть побыстрее, да? Темп, конечно. Снова медленно. Отлично. 4 остается. Друзья, 3, 2. Молодцом. Молодцы. Отлично. Все, глоток воды. Немного выдохните. Сейчас мы с вами растянемся. Поднимайтесь. Круглая спина. Ноги с кресла. Открытая грудная клетка. Макушкой потянулись вверх. Ноги с кресла перед собой. Обычный турецкий сет. Руки также сверху. Крест ногами. Потянулись вверх макушки, вытянули мышцы шеи, трапеции. Потянулись максимально вверх, почувствовали вытяжение мышц спины, поясницы. Можно немного сделать такие вращающие движения головой. Вперед-назад, влево-вправо. Посмотрели вверх, вытянулись. Очень хорошо. Скручивание вправо. Хорошо, влево. Отлично. Растянули грудные мышцы. Расправили плечи, посмотрели вверх, вперед. Хорошо, правое плечо, заднее дельту. Трицепс. Немного его было сегодня. Хорошо. Плечо левое, заднее дельта. Хорошо, трицепс. Отлично. Руки чуть дальше линии таза, прогнулись немного в пояснице, оторвали таз. Приподнимитесь. Хорошо. Под колено за кисть, вытяните широчайшие мышцы спины. Тут было небольшое напряжение, легкий пан. Хорошо, ноги полностью прямые, правая сверху левой. Двумя руками правой. Посмотрели вверх вперед, удерживаем прямую спину. Молодцы, меняйте ноги. Хорошо, смотрели вперед вверх. Отлично. Бабочка. Бабочка. Расправили плечи. Хорошо. Ноги чуть вперед. Ногами ровно. Наклон вперед. Лучше всего головой коснуться, конечно же, своих стоп. Здесь отлично тянется мышцы спины, мышцы ягодиц, задняя поверхность. Хорошо. Друзья, сделали глубокий вдох. Потянулись вверх, бросили руки вниз, выдох. Правая, левая. Всем хорошего настроения, много сил, много энергии. Gold Fitness, онлайн-тренировки. Всем пока. Счастливо. Будьте молодцом.